13 люберецких юношей и девушек получают основной документ – паспорт гражданина Российской Федерации. Сегодня хотел бы вас поздравить с этой такой знаковой датой. Я хотел бы вам пожелать искренне и здоровья, благополучия. Пусть ваши планы, мечты сбываются. Самый волнительный и важный момент церемонии – юные люберчане получают заветный документ в красной обложке. И вместе с ним поздравительный адрес губернатора Московской области. Для ученицы 24-й гимназии Дарьи Котельниковой вручение паспорта – особый рубеж между детством и юностью. Я уже стала взрослой, мне исполнилось 14 лет, я получила паспорт. Я теперь смогу летать за границу, там паспорт же нужен будет. Я могу предъявить паспорт. Традиция торжественного вручения паспорта юным гражданам зародилась еще в 2002 году, то есть ровно 20 лет назад.